Всем привет, меня зовут Ксения, я очень рада вас приветствовать на своем канале. В этом видео мы с вами будем тестировать, просто проверять одну из самых вообще интересных стратегий на Pocket Option, поэтому я рекомендую вам досматривать до конца. Также в этом видео будет спрятано несколько вот таких вот значков. Ваша задача — посчитать эти значки и написать в комментариях цифру. Тот человек, который первый правильно напишет цифру, сколько этих значков, тот человек получит от меня $15. Результаты я объявлю у себя в телеграм-канале, ссылочка в описании. И давайте так. Тот человек, чей комментарий провисит 2 часа без лайка, первый человек, единственный, этот человек также получит от меня $15. Результаты также будут у меня в телеграм-канале. На самом деле, я безумно кайфую делать для вас контент. Я надеюсь, что он вам нравится, я надеюсь, что он приносит вам пользу. Если это так, ставьте пальцы вверх, пишите в комментариях свой честный отзыв, что добавить на канал, что убрать. Ну, то, что чаще надо выходить в видео и в трансляции, это да, это я знаю. Мы с вами уже над этим работаем. Сейчас мы уже перейдем к стратегии, но перед этим я вам хочу рассказать вообще беспроигрышный вариант, как начать зарабатывать на бинарных опционах. Без рисков, бесплатно, и при этом получить возможность получить тавтология от меня на депозит до $10 000. Смотрите, у меня есть закрытая группа с бесплатным мини-курсом. В этом мини-курсе выложена стратегия, то есть идеальная вообще стратегия, по которой можно зарабатывать. Помимо этого, в моей закрытой группе ежедневно проходят 2 торговые сессии в 14:00 и в 18:30 по московскому времени. И что я вам предлагаю? Те люди, которые уже находятся у меня в команде, и те люди, которые вступят до конца марта, они будут по сигналам торговать безрисково. Что это значит? Если вы, не дай бог, сливаете депозит по сигналам, соблюдая правила money management, они будут закреплены в посте в команде, то есть вы их сможете прочитать. Если вы сливаете по этим правилам, по сигналам депозит, я вам его просто возвращаю. Это просто сказка, я вас бесплатно обучаю, даю вам, так скажем, сигнал, но у меня человек работает, но я в нем уверена, поэтому и устраиваю такую акцию. И при этом, если у вас месяц выходит в плюс, вы можете от меня еще до $10 000 на депозит получить и потом просто мне отдавать 30% с прибыли. Просто офигенская акция, но сразу хочу предупредить, количество мест ограничено, поэтому если вы хотите успеть на вот эту вот безрисковую акцию, я вам рекомендую скорее переходить по ссылочке в описании в бота и подавать заявку в команду. То есть все люди, которые вот попадут под эту акцию, я надеюсь, что она до конца марта будет. Возможно, наберется очень много людей завтра, так скажем, и я прикрою эту лавочку. Вот. Все эти люди будут участвовать. В общем, ладно, много мы с вами разговариваем. Давайте переходить в площадочку. И смотрите, у нас сегодня работает рынок OTC. Как вы знаете, как я уже миллион раз говорила, рынок OTC — это рисованные графики. Брокеру БО не выгоден ваш заработок. Если с понедельника по пятницу вы что-то можете прогнозировать, выходить в плюс, там, зарабатывать, выводить, то в выходные для брокера хорошая возможность рисовать эти графики, просто чтобы подсливать вас. Во-первых, я не рекомендую торговать на OTC, но если вам сильно хочется, можно поприкалываться по минималке. Прям по минималке. Помните, что OTC — это всегда риск. То есть это не предугадываемая фигня. В чем заключается стратегия? Просто будете ржать. Естественно, она не стопроцентная, потому что если бы она работала, все бы мы с вами уже были миллионерами. И я как раз хочу подвести вот эту статистику. Стратегия в том, что мы берем график OTC и открываемся против большинства. То есть вот сейчас большинство, например, на повышение надо поставить время экспирации 5 секунд, и открываться на понижение. И вот смотрите, цена как раз улетела. Я хочу сейчас совершить некое количество сделок и просто посмотреть, будет ли это работать или не будет. Сколько зайдет сделок в плюс, сколько зайдет в минус. Так, надо обновить страницу, потому что, по-моему, ползунок этот завис. И просто без всяких догонов, без ничего буду открываться. Открываем первый попавшийся актив. 50 на 50. Даже можно их вот так в избранное подобавлять, чтобы просто туда-сюда листать. Все, подобавляли. Смотрим. Идем по активам. У всех 50 на 50, я правильно это вижу, да? Не вовремя обновила. Так, 99 на повышение. Мы открываемся на понижение. Первая сделка. Плюс. Опять. Большинство на понижение, мы на повышение. Вторая сделка. Плюс. Третья сделка. Плюс. Четвертая сделка. Плюс. Ой, вот здесь плохая сделка. Пятая. Плюс. Шестая. Плюс. Так, и у нас здесь большинство. Так, 75. Мы открываемся вверх, значит.
Седьмая сделка. Плюс. Это что вообще такое? Что происходит? Ой. Так, у нас сейчас восьмая. Восьмая плюс. Девятая минус. То есть пока у нас 8 плюсов и 1 минус. Десятая плюс. Одиннадцатая плюс. Так, ну 64% это маленький перевес. Так, я уже забыла, сколько сделок. Плюс. Минус. Плюс. Плюс. Я такой статистики, честно, еще не видела. Так, ну вот, так, плюс. Плюс. Это что, я реально со счету сбилась? Ой, не в ту сторону открылась. Но все равно плюс. Это что? Это вообще как? Так, 97%. Плюс. Минус. Плюс. Девяносто процентов на повышение, мы открываемся на понижение. То же самое. Минус. А, да, минус и плюс. Минус. Я вам рекомендую, кстати, досмотреть видео до конца, я вам объясню, как выбирать, подбирать ситуации. Плюс. Минус. Плюс. Плюс. Минус. 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 Что, полоса закончилась или что? Плюс. Минус. Это что вообще такое? Минус. Хороший, кстати, пример, что надо вовремя останавливаться. Плюс. Минус. Но я не хочу вам ее показывать как плюсовую, поэтому я лучше вот по чесноку совершу сколько-то сделок, и будет понимание. Плюс. Ну, давайте 5 заключительных сделок. Минус. 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 Плюс. Плюс. Так, я, честно говоря, сбилась со счету, сколько сделок. Не помню, какой у меня был депозит. Можно сюда иногда подрубать какой-то мартингейл и так далее, но давайте так, я сейчас вам в двух словах просто скажу стратегию, но это не кнопка бабло, то есть поиграться по $1, да, поприкалывайтесь на демке, посмотрите, но постоянно по ней зарабатывать у вас 100% не получится. Я не знаю, какая статистика, на монтаже это сейчас посчитается, все, просто сравните количество плюсов-минусов, можете попробовать на демке. Теперь, что по правилам? Во-первых, желательно, чтобы было 70% большинство. То есть 70% у нас на понижение, мы на повышение. Во-вторых, время экспирации только 5 секунд, ни больше, ни меньше. В-третьих, сумма сделки, вот $10, это даже многовато. Желательно $1-2, потому что
Почему брокер может закрывать большинство в минус? Потому что по сумме там стоит больше денег. Например, 100 человек откроется по 1 доллару на повышение, и один человек откроется на 1000 долларов на понижение. Кого, точнее, будет выгодно закрыть брокеру в плюс? Конечно же, 100 человек по 1 доллару. Мне кажется, интересное видео получилось. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока-пока.